Доброго времени суток. Сегодня вот такая коллекция у нас. В основном индийские колокольчики. Всего их тут 7 штук. Ну, начну с маленьких. Эти я продаю только минимум. Ну, вот видите, такой индийский, я думаю, колокольчик. Ну, прежде всего, написан. Что-то тут написано. Буковки какие-то есть, да, наверное. Или просто орнамент. Ну, он интересный тем, что он волнообразный. Тут вообще чуть ли не ручная работа, прям кажется, да, верхняя часть. Интересный. Какой-то, может, тут музыка, что-то тут интересно на нем разобрать не могу, не понимаю. Ну, интересно, колокольчик этот схожий. Ну, тоже прям такой орнамент, тоже так все такое похоже. Вверх, как будто точили руками. Индийский, скажем так. А, вон тут даже что-то написано, ё-моё. Что тут, Индия, наверное, есть, да, на боку? Ну, точно Индия, вот, я думаю, видно, ну, там надпись. Ну, я и так знал, что они индийские. Тут есть надпись, нет, я что-то даже не смотрел. А может, вот тут есть Индия. Ну, это не важно. А, вот точно Индия, вот она. Ну, точно, ну, я и так знал, что это Индия. Вот этот колокольчик тоже, я думаю, индийский, да, пора. Просто маленький. Тем он интересен, что он маленький. Такой колокольчик. Найдите, по-моему, какой. Отлично, да? Дальше, ну, это тоже я... Видите, индийский. Такой звук. Поменьше. Ну, я думаю, схоже. Интересно опять они чем, что они разного размера. Тут, видите, что-то цветная отделка шла там. Зеленая, красная. Ну, прикольно. Такие индийские колокольчики тоже, я знаю. Это я... Можно громче, но не нужно. Прикольно. Ну, а этот... Не знаю, тут на Made in Anglia у меня такой был. Прям написано Манал. На нем не знаю. Тут пеликан такого, он больше религиозного плана. Вот видите, аквил, это на овца. Пеликан тут. Лео. Ну, это, по-моему, не латон, он слишком легкий для латони. Аквил, он может как-то покрашен. Ну, такая отделочка тоже. Интересный такой колокольчик. Такие бывают большие. У меня был. Он большой, тяжелый, латон. Вот это серьезная была вещь. А это такие, такие вот недорогие, интересные. Колокольчик. Ну, смотрите, у меня их много. Так что можешь смотреть. Увидеть обновления. Другие репортажи. Смотреть плакара колокольчики. У меня их достаточно. Если кого-то интересует, кто-то набирает, знает информацию, можете оставить. До новых встреч. Спасибо за просмотр.